пальму. Что это? Здесь все настроено само. Когда кричать нельзя. Блин, а Ванёк же должен был сегодня переехать на новую квартиру. Алло! Заебись, поехали. Держи. Не-не, хорошо разъебали дотера. Стены. Со мной нет Веры. Вера. Вера. Блядь, ебать, дай. Мы сломали твою сестру. Блин, это «Дом призраков» или как этот фильм назывался? Там, где девчонку еще как куклу фарфоровую разукрасили с щечками, тенями, помадой. Мы тоже его смотрели где-то 6 месяцев назад на стриме. Мне что-то он вообще показался как и неинтересным. Ну, просто неинтересным мне показался, хз. А оценка там, по-моему, не такая уж плохая. Я бы ему часа там 4,5 из 10 поставил. Что там клон опять? Ебать, это такие скины. Вот это вот реально страшно. Это охуеть. Ребят, 80 фолловеров осталось, давайте. Блять, долбоёб! Так, ситуация сложная, слишком много красных огней, какое-то замедление. Мне нужно. 4,8 кем? А, я думала, там здесь оценка 6,5 ну, или что-то такое. Ты в каком ряду? А, господи, тогда да, хуйня полная. Ну. Ладно, не так сильно авария. Мне нравится реакция чата. Хуета! Круто! Хуета! Мне нравится! Хуета, хуета! Норм, круто, хуета! Когда дота, не, норм, не скоро хуета, еще. Круто. Прикольно, хуета! Может, это останавливает? Вы чё, блядь, парни, нахуй? Эй, йоу, молодой киберспортсмен. Что-то в инвентаре совсем не скинул. Забейте хуй. По классике. Скорее бы стрим подавать, ура! Да не-не-не. Не хочу больше доту. Can you give me two sugar? Sugar, two. Oh, thank you. Дай Бог здоровья. Все, я пошла на кухню. 4864. Окей. Бро. What the fuck? What the fuck? Не покупать духи, чисто. Да. Господи. Когда он уже уедет от Юлечки, я не могу понять. Может, не он что, поселился уже у него дома? Ель для душа какой-нибудь прикольный и всё. Ух ты! Пана Кобрена, me dieron el dinero del bote. Había mucho dinero en el bote. Lo que me echaba y el dinero me, de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 caras, pues viste lo que me llevé yo para subir. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado dos. Ya está, eso no es para tanto, yo. Серой, ты сегодня не стримишь, ты что, не встаешь-то? Серег. Ты чё, блядь, АФК, ёбаный стыд? Пойдёшь в магазин? Да, ну давай через где-то через часок, может, меньше пошли в магазин. Или ты сейчас уже хотел? Я не понимаю, у меня пинг на Серегу или чё, блядь? Серёга? Да. Ты пойдешь через часов в магазин? Сколько злости? Ты еще здесь? А
Одна моя нога в вашем устройстве, другая — на серверах Яндекса. Но это не совсем ноги, если вы понимаете, о чем я. Алиса, не могла бы ты не упоминать ноги на моем стриме? Вы что такая злая? Алиса, отбой. Outside I can find my fear. Это ты или я? Вай! Е! Ах! Вах! Я вспомнил. Жиробубель подрубил 24-часовой проплаченный правительством стрим, чтобы студентики не выспались и не пошли сегодня гулять. Здорово. Все, прошло. Дорогая моя солнышко, пожалуйста, включи песню «Оуджи Буда Холод». Включаю Юрий Шатунов. Песня «Мой зайчик». Чего? Блин. Пок. Чамп. Помоги, пожалуйста, с домашкой. Помоги, пожалуйста, с домашкой. Ванёк. Я обвёл то, что надо. Помоги, пожалуйста. Бля. А биток-то растет. Реально, походу там вообще все отлично. С криптой. Нифига себе, Ванёк, спасибо огромное. У меня аж с рта не поваливалось. Ты куда так залетаешь? Нежданно, неслыханно. Офигеть. Мне 32 скоро, все еще долбоёб. А психологически? Мне нужно пройти тест. Психологический возраст. Там будет максимум 17, честно. Поскупали видяхи майнеры, клятые, бля, реально, дайте видюху. О, карабусь еще в чате. Это какая чья пися? А, не наша пися. Бля, я себе собаку упала. Ух ты ж, блядь. Ваня стал мужчиной. Блять, что я только что увидел нахуй? Нахуя включил этот видос, блять? Лег спать, проснулся по будильнику, записался к парикмахеру, еду нахуй, центр Питера перекрыт. Сейчас, подожди, Усь, сейчас. Центр Питера перекрыт. Свободу Алексею Навальному! Свободу! Свободу! Свободу Алексею Навальному! Как Гвин тут оказался? Он только недавно был у меня дома. Как он тут оказался? Прикиньте, Гвин был у меня дома, сидел на моем диване, а теперь он сидит на диване Хесуса, и считаете, что кусочки моей наночастиц оказались на жопе у штанах у Гвина, и Гвин их перенес в дом Хесуса. То есть, считать, если гипотетически я был дома у Хесуса. Ну, точнее, частички моего дома, мои нанофибра, была у него дома. Бля, Индианыч опять шишки со своей елки собрал, походу, и полетел. Он гений. Нанофибра. Тонированной мордой катиться. По походке сразу видно борзы. Не до тебя мне, парень, у меня свои вопросы. Мы на V8. Как назвали топса? Не знаю, пока есть вариации. Пока никак. Пока иди сюда, иди ко мне. К ноге. Пока никак.
Но мне очень нравится имя Мелман. Вот. О, кстати, ребят, в ТГ у Вади, там он думает, какой никнейм... Мелман. Никнейм собаки, блин. Ник собаки выберите, пожалуйста. Никнейм, блядь. Я уже шиммер-шиммер. И мы... Ладно. Перебать. Нихуя телепорт. Сейчас все сядут, не волнуйся. В броне. Побежали такие, блин, сори, ребят, всех стали вязать. Пацаны, ко мне побежал ОМОНовец. На нем